Посмотрим, какие события и публикации могут повлиять на валютные рынки в четверг, 17 августа. Вы смотрите свежий выпуск экономического календаря. Первыми в 8:30 утра выйдут данные об объемах розничных продаж в Англии за июль. В июне объемы продаж восстановились, частично сбалансировав майское сокращение на 1,1%. Финальные данные индекса потребительских цен еврозоны за июль выйдут в 9 часов. По предварительным данным, годовой уровень инфляции составил 1,3%, как и в предыдущем месяце. В это же время будут представлены данные о торговом балансе еврозоны за июнь. В мае профицит торгового баланса увеличился с мартовской отметки в 18,6 миллиарда. В 11:30 Европейский центральный банк опубликует протоколы своего июльского заседания. Курс единой валюты повышается, но периодически бывают и понижения, потому любые намеки на ужесточение монетарной политики могут оказать влияние на курс валюты. Ожидаемое еженедельное обновление данных о количестве заявок на пособие по безработице США выйдет в 12:30. Количество первичных заявок увеличилось на 3000 с 30 июля по 5 августа, а количество повторных заявок сократилось на 16 тысяч в период с 23 по 29 июля. В это же время выйдут данные промышленного индекса за август от Федерального резервного банка Филадельфии. В июле индекс достиг 9-месячного минимума, но он все еще находится в положительной зоне. Также в это время будут представлены данные о поставках в обрабатывающем секторе Канады за июнь. Объемы продаж увеличиваются уже на протяжении 3 месяцев. В час 15 выйдут данные об объемах промышленного производства в США за июнь. В мае темпы роста объемов производства увеличились, а в марте рост был слабым и составил 0,1%. И последними в 2 часа выйдут данные индекса опережающих индикаторов США за июль. В июне индекс значительно вырос, и в соответствующем отчете также была отмечена возможность увеличения темпов роста уровня ВВП. С вами была Джессика Уокер. Вы смотрели экономический календарь на четверг. В следующем выпуске мы расскажем вам о ключевых событиях пятницы. Всего доброго!